начался матч Динджинху и Кайрона. И после грубой ошибки Кайрона повел атаку Дина. Отличная у него позиция была и уверенно двигался и сделал всего 64 очка, удалось ему выиграть стартовый фрейм этого матча. На втором фрейме вновь не точен был удар у Кайрона Уильсона, самый первый удар, и повел атаку вновь в китайский игрок. Вновь очень здорово он действовал, на этот раз серия была еще больше, чем в стартовом фрейме, удалось Дину сделать первую в матче трехзначную серию 110 очков и повести уже 2-0. В третьем фрейме удалось повести атаку Кайрону Уильсону. Но, набрав 17 очков, ошибся Уилсон и... Дин Джинху вновь вернулся к столу. Набрав 51 очко, не получился выход у Дина. Но Кайрон сразу же допустил ошибку в отыгрыш, уронил биток и третий фрейм подряд выиграл Дин. А вот в четвертом фрейме ошибся уже сам Дин и повел атаку Кайрон Уилсон. Никак ему нельзя было отпускать соперника на 4 фрейма. Понимала такая, но очень здорово действовала. В четвертом фрейме одним подходом удалось ему выиграть фрейм, но заодно сделал Карен свою первую сотню матча с Кайроном. Повел атаку китайский снукерист и несколько непростых ударов пришлось ему выполнить на старте серии, но набрав 26-1 и начал был атаку Уилсон. Но Кайрон грубо ошибся на красном и отдал атаку сопернику. Однако Дин, получив перевес 48 очков, ошибся, так и не доиграв до фрейма. И сложная была концовка у Кайрона Уилсона. Тем не менее удалось ему отправить все красные шары и затем в стандартной концовке завершить фрейм в свою пользу. В шестом фрейме повел атаку Дин Джуньху. Но, набрав 7 очков, ошибся и ход перешел к Кайрону Уилсону, который не сплоховал и удалось ему серией 95 очков завершить фрейм в свою пользу и сравнять счет в матче. Уилсон атаку и в седьмом фрейме здорово он раскрыл позицию, но при наборе в 44 очка несложный шар Кайрон Лузу не отправил, и Дин начал погоню во фрейме, удалось ему догнать Кайрона и даже выйти вперед. Но набрав 54 очка, ошибся Дин, и Кайрон Уилсон получил отличную возможность
для того, чтобы выиграть очередной фрейм. Розовый шар забить Гарину не удалось, это был фреймбол. А вот Дим-то розовый забил, выход на черный не получился. Ну, еще один прекрасный удар, не удалось завершить фрейм в свою пользу. С атаки китайского игрока начался и 8-й фрейм. Хорошая позиция у него была, удалось ему одной серии 82 очка держать победу в 8-м фрейме и вновь оторваться в матче уже на 2 фрейма. Луцину надо было выигрывать 9-й фрейм, и начал он серию точного дальнего удара. Шел даже Карен какое-то время по максимальному графику, но набрав 41 очко, ошибся. И Дин получил шикарную возможность для того, чтобы сделать счет матча 6-3. Полностью была открытая позиция, но не точно выполнил удар с рестом Джуниху, и даже догнать Карена в счете не удалось. Продолжительных отыгрышей, коротких подходов допустил ошибку Дин отыгрыша, и это позволило Карену выиграть 9-й фрейм, и игроки ушли на перерыв при счете 5-4. Первая сессия завершилась в пользу китайского игрока со счетом 5-4. А вот в 10-м фрейме повел атаку Кайрон, однако 17 очков лишь он набрал. Получив хорошую позицию, Дин 31 очко. Играл он очень сложный фреймбол, который забить не удалось. И сложный дальний зеленый шар ему также забить не удалось. В 11-м фрейме повел свою атаку Дин. Получил он шикарную позицию, в которой действовал очень уверенно, и за один подход серии 96 очков Дин Джуньхун выиграл фрейм. Прошел дальний удар у Кайрона Уилсона. И англичанин повел свою серию. Отпускать Дина вперед никак нельзя было. Понимал это Кайрон, и удалось ему выиграть фрейм на одной серии 85 очков. Однако уже в 13-м фрейме вновь у стола оказался Дин Джуньху, и он повел свою серию. Удалось ему здорово раскрыть позицию. И Дин довел дело до фреймбола в этом фрейме, а затем мы сделали свою сотенную серию 122 очка. И вновь он вышел вперед на этом матче. В 14-м фрейме прошел дальний удар Кайрона Уилсона, и он повел свою серию, и за один подход удалось ему
выиграть фреймик. Серию 99 очков. И вновь счет в матче сравнялся. В фрейме ошибся Дин, и Карен Уилсон был как тут, и начал он свою серию. И вновь Карену, как и в предыдущем фрейме, удалось завершить дело за один подход, но на этот раз этот подход был еще более успешен. Удалось Карену сделать сотню 126 очков и впервые в матче В 16-м фрейме повел атаку Карен Уилсон после сложного начального удара, но затем допустил грубую ошибку на красном шаре. Один нашел изумительный плант в правый угол и повел свою серию. Быстро он догнал Карена Уилсона, лишь 22 очка был перевесом англичанина. И в хорошей позиции действовал китайский игрок, удалось ему другим подходом выиграть фрейм и счет матча сравнять. Ну и Дим победил еще одну сотню, 117 очков. Провел атаку Карен Уилсон, проведя два сложнейших удара в конце фрейма. Удалось ему здорово раскрыть позицию. Действовал Карен здорово, но набрав 65 очков, не удалось ему сделать выход. И очень большое отставание в счете. Дин начал погоню. Нужно было ему сыграть все шары. Сложно провел китайский игрок в лузу и вышел на стандартную концовку. Однако розовый отправить в лузу не удалось. Карен попробовал сыграть дабл, не забил. Один допустил грубую ошибку, и фрейм остался за Карен. В 18-м фрейме также повел атаку Уилсон. Отличная была перед Кайроном позиция, действовал он очень здорово. И набрав серию 62 очка, играл он матчбол, однако завидеть этот красный не удалось, и появилась надежда на Зиму после этого шикарного дальнего удара. В целом позиция стала получше, но не забил Дин розовый шар, и матч остался за Карена